Всем привет! Вообще, я очень сильно люблю автомобили. Тем более, вот такие большие. И вот, наконец, у меня появилась такая вот тяжелый Мерседес Серегин. Покажи вот, что это Мерседес вперед значок. Ну, что могу сказать? Те люди, которые покупали эту машину 30 лет, они были офигенными романтиками. Они были классные люди. Они знали, что они покупали. Получали удовольствие от вождения этой машины. Конечно, она сейчас уже не в таком состоянии, как раньше. Ну, я думаю, когда она эта крошечка была молоденькая, то она реально давала копоть, и на заднем сиденье очень много было всего интересного происходило. Только я в машинах люблю в основном историю задних сидений, то мне кажется, эта машина будет очень оптимальна для этого. Потихоньку я еще дверь не закрыл. Сейчас. Закрыл, да? Такое удовольствие при вождении можно получить только на классах Волга, либо классах Мерседес. Большие тяжелые машины, я их просто обожаю. Все, Серег, спасибо, что дал погонять. Сейчас попробую твой ручник. А, он же новой. На педаль нажми. Так, а ручник тут? Ага, ручник ножной. Для меня немного дико, но все же спасибо тебе. Вырубай.